Не отвратит от аббревиатур. Оу! А вот это уже будет интересно. Окей, на. Плюс дальность, хорошо. Так, вот это, кстати, не то, что неплохо выглядит. Он выглядит достаточно странно. С моноклем через закрытой повязкой глаз. Но, тем не менее. С эпик фетусом уже можно... Ой, с эпик говорю. С обычным фетусом уже реально можно попробовать поиграть. Так, All Stats Up. Причем один из самых лучших. Это плюс. Так, валим. У нас есть мастер of lockpicking, так что я на халяву открываю сундучок. Монетка, две бомбы. Окей. Not bad. Достаточно приличное начало. Можно еще, в принципе, в проклятую заклинуть. Вот проблема, да. Проблема будет с пауками как минимум. Если они на меня будут в огромном количестве выходить, мне будет достаточно сложно их убивать. Addicted. Bad trip. Bad trip и addicted. Прям не очень. Так, я хочу себе в итоге купить козерога, какого статсап. Я его себе куплю, безусловно. То есть сюда надо будет уйти после Волдена. Я не знаю, либо после босса. В принципе, мне All Stats Up не настолько уж срочно нужен, потому что урона как фетуса взрывного, его вполне себе хватает для убийства врагов. Вот. А так, как мы знаем, мне могут дать на одну монетку меньше. Могут и не дать, но тем не менее факт есть, и прецеденты уже были. То есть тут не совсем понятно, почему мне иногда дают на одну монетку меньше, а иногда нет. То есть, когда я выхожу из комнаты до босса, да, мне то давали на одну монетку меньше, то нет. Странновато. Чуть не учел. Косяк. Чуть-чуть на полшишечки. Так, следующий. Не плюющийся? Нет, хорошо. Это будет легко. Слава богу, пока пауков не попадалось. Вот прям серьезно, очень классно. Кто еще? О, попрошайку. Не, пока толстяк. Толстяков тоже весьма легко убивать. Бомбой. Особенно если бомба, вот бомба не должна быть проникающей. Спектральной, да, должна. Потому что тогда вас ваша бомба не убьет от камня. А вот проникающей, к сожалению, нет. Потому что мне надо, чтобы бомба моих врагов останавливала. Ладно, мы берем All Stats Up. Shielded Tears тоже хрень абсолютная на фетуса. Так, что у нас дальше будет? Фигня. Хэббит нет. А вот Роуливер, пожалуй, да. Два сердечка еще сверху мне бы пригодилось. Шаг, ты за Witness стримить будешь? Буду в воскресенье. Ой, хороший мандариновый чаек себе заварил. Прям приятно. Мандариновый чай весьма рулет. Да хорош, спами же. Жопа. Вот так лучше. И монстро, это будет легко. Это хорошие мне боссы попались. Интересно, главное, будет ли у меня 9 монет или будет 8. Потому что мне нужны были, насколько я понимаю, 9. Мя, не достал. 14, да, все-таки 8 мне монет дали. А битка, печалька, досадка. А еще одну дадут? Нет, не дали. Жопа. Ладно, извиняюсь, извиняюсь. Попа. Угу. Так более культурно, как будем выражаться. Стоп. Эх, разбрелись. Не, Дингл вместе с помощником так себе волна для фетуса, если они успевают вовремя разбрестись, да? Но по сути, легко. И два черных сердечка, а может быть монетку? Да не хп, монетку. Блин. Я хочу себе Роуливер, но, видимо, я ее никак себе... Сейчас, посмотрим, что у нас на выходе. Ну, козерог, кстати, весьма эпичный получился. Но ведь я... Ты хотел ДД стримить или нет? Нет, ДД будет в субботу. То есть сегодня у нас Айзик, завтра у нас ДД, а в воскресенье я ничего не хотел стримить. Поэтому в воскресенье я буду стримить Witness. О, да, все правильно, The Witness. Может, у Сатана будет монетка? Вряд ли очень. Шаг, смотрел Рики Морти? Если да, то как тебе? Нет, не смотрел. Мне не очень нравятся такие мультики. Пу-пу-пу-пу-пу. Ладно, значит, продолжаем ролить, пока не взорвем машинку. Все равно 15 у меня не... О, стоп! Black Candle за 7. Вот это было nice.
Еще. Когда ты взорвешься, наконец, не успел, блин, урон за 7 получить. Ну ладно. Black Candle за 7, это было весьма-весьма здорово, потому что теперь мне не будет мешать никакие проклятия. Особенно проклятие слепоты, когда я не вижу вещей. Оно очень раздражает. Весел когда будет? Во вторник, Влад. Вторник весь день будет весел. Причем, ты знаешь, я играл уже в эту игру, я вспомнил. Я реально в весел уже играл. Но я не помню, почему я ее забросил. Вот честно. Я прошел вот типа первого такого мини-уровня, да? Посмотрел, ну типа, да, игра знакомая даже. Я в нее в натуре играл, но не помню, почему бросил. И во вторник попробуем узнать ответ на этот вопрос. У нас witness будет, значит, в воскресенье вечером. Ну, точнее, ну, после передайзика стандартного, да? А Wessel будет вторник весь день с 12. Вот. Оп, так, тут все хорошо. Дальше. Почему всегда пауки? Оу! Я этого немного не хотел делать, ну ладно, два халявных ключа, это хорошо. Ити-ти-ти-ти. Спокуха. Такс. Нет. Гормоны, да. Гормоны надо покупать. Это очень хороший артефакт, который мне и скорость даст, чтобы от врагов уворачиваться получше. И силу тоже прибавит. Это будет? Ага, я понял. Так, то же самое. Оу, так. Спокуха, вот здесь. Не, с Фетусом на самом деле очень прикольно сейчас заходит игра, прям. Я даже удивлен, насколько прикольно она заходит с Фетусом. My God, is that amazing? Спасибо за follow. Так, толстяк. Нет, толстяки тоже с Фетусом легкие. Мне бы сейчас чуть-чуть побольше скорости. И все будет хорошо. 30 монет. На 2 артефакта хватит. Так, гормоны. Да. Бокшофштаф. Нет. Хаос. Да. Здорово, Хаос. Давно по тебе скучал. И у нас остается здесь до 20, которые я, в принципе, не могу себе позволить. Ну, бывает. До 20 пока не критично. Хотя я ее смогу себе в итоге позволить. И, может быть, мы даже будем ломать сегодня игру. Может быть. Так, ой-ой-ой. Так, Врэчет. Стоп. Вот Врэчет как раз на спамить может таких неприятных пауков, что просто задница будет, а не уровень. Надо ее как можно быстрее сливать. Жопа. Вот. Ауч. Да, вот я про это и говорил. Надо было просто пробел нажать, что-то не очень додумался до этого. Да, до 20 я себе смогу действительно позволить. Шаг, а чего Синтоил хотел? В смысле? Откуда я знаю? Фетуша. Не-не-не, у бомбы свой урон. Бомба сейчас не наносит урон 7, поверь. У бомбы есть пересчет урона в свой. Как у Эпик Фетуса, но чуть поменьше, мне кажется. Всем здравия, что я пропустил. О, квадроп! Да, ты пропустил ваху 2, ну почти 2,5 часа, где ты реально с болтера расстреливал всех налево и направо. И я получил чемпиона, короче, и сделал его арчером. И я получил еще очень крутую пуху, точнее, как это сказать, кастет такой своеобразный. И Арчер делал всем кулаком по жопе на. Вот, то есть, ну, достаточно много ты пропустил. Сорян, но это факт. Очень классная ваха, прям шикарно заходит. Я еще передайзик по вахе буду делать обязательно. А Арчер пускай запись смотрит, потому что я заканчиваю, когда он с работы приходит. Ну, что поделать. Всем привет, Шака, ДД сегодня будет? Нет, ДД будет завтра. Шак Ще разве не было уже в названии? Нет, не было. Было Ше. Когда я не Айзека стримлю, я, собственно, не использую алфавит. Поэтому у меня продвижение алфавита по моему названию весьма сильно затруднилось. Так, один из трех гапи есть. Госбэпи, хрень, конечно. Ну ладно, пускай будет. Так, здесь у нас что? У нас здесь The Body.
Так. Bad. Вот это просто. Даже где-то. Но, к сожалению, так как у меня фетус, это на меня никак не повлияет. Хотел бы я косы увидеть, но не прокнуло. Так, хочу ли я себе The Body? Я не уверен. Я знаю, что у нас здесь есть одна батарейка, и мне надо ролить до батарейки. Вот. Фальшивый. А вот фальшивый пенни — это просто топчик. Даже где-то всем топчиком топчик. Такс. О, халява. Здрасте, еще плюс урон. Блин, мне бы две монетки где-нибудь найти на фальшивый пенни. Так, мне бы где-нибудь одну монетку найти на фальшивый пенни. Я бы с собой на самом деле тут же бы взял бы. И получал бы гораздо больше денег. С другой стороны, мне надо ее взять позже, потому что сейчас я не от денег буду зависим. Прежак, здорово, ребят. Шаг, зачем пенетрать, уже стал. Я знаю, но я просто очень люблю косы, я не могу. Понимаешь, я нельзя просто так взять и не взять косы. Секретку пропустил, факт, забываю, да, сорян. Про секретку реально забываю. Я понимаю, что стали выстрелы проникающими, но не могу я себе отказать в удовольствии взять себе косы. Ну вот просто не могу. Есть такая слабость. Так что, сорян. Да, говорил, да, не нужно, да, в натуре не нужно, но ничего с собой не могу поделать. Такой вот косяк. Так, дяди, оп, дяди. А вот и монетки. Так, 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 так. Фальшивый. Использовать ли сейчас или забить? Не, пока забьем. Пока все хорошо. Так. Мне надо еще как-то очень аккуратно убивать врагов, чтобы монеты не разлетались по всей комнате. И чтобы я их случайно не подбирал. Мне, естественно, не нужно сейчас подбирать монеты. Как видите, вот, да, из-за проникающих выстрелов чуть-чуть усложнилась игра, но не настолько сильно, чтобы не брать косы, например. Потому что, ну, не могу я без косы. Ну, сорян, ну, простите меня. Но косы — это святое. Не взять косы — это все равно, что не взять серу. Хотя на фетуса я бы серу брать не стал. Вот, хочешь, не хочешь, а мне сейчас косы игру не испортят, понимаешь, да? А вот если бы я сейчас взял серу, да, это бы игру мне полностью сломало. Так что тут надо еще и определиться до конца. Что тебе ломает игру полностью, а что нет. Так. Оп, успел. Фух, так, теперь босс. Так же аккуратно. Бомбер! Господи, а то мне бомб мало, честное слово. И два куска локи, я так подозреваю. Да, это будет реально два куска локки. Ай. Та жопа. Так, где тут, блин, монетка, блин, монетка. Я так стараюсь монеты не подбирать, но они все равно сами в руки лезут. Я ничего с этим буквально поделать не могу. Так. Да жопа ты, ну сколько можно? А ну стой на месте. Ай. Так, теперь ультра. Ага, три толстяк. Трипл толстый. Дабл толстый, ай. Однотолстый, классное слово. Так, теперь сделку Крампус. А, я же здесь был, господи. Ну ладно, я обезвредил себе, чтобы я мог спокойно там наступать. Теперь пробел, батарейка. И уже собирать. Вот, только так. Так, что там чатик пока? Привет, 7, так, ДД не будет, я ответил. Прешек, здорово. Шаг Гапи бы потрогал. Я голову Гапи трогал. Вчера играл в Азике на 3DS, у меня выпало 3 Steam Sale в одном раме. Проблема в том, что на 3DS версии скидка там не стакается. Наверное, поэтому тебе 3 Steam Sale и выпало. Так, что у нас есть? У нас куча сундуков. Что не может не радовать. И у нас есть мастеров локпикинг для начала. Специально, чтобы вот эту такую кучу сундуков открывать.
Да, не очень много, но они тоже поменяются. Принцип удвоения основан на том, что ты открываешь сундуки, сундуков падает что-то, и помимо этого остаются закрытые сундуки, которые тоже тебе дают изменение себя, когда ты используешь D20. Собственно, на этом дюп основан. Так, 5 монет надо брать. Теперь шлеп. Батареечка. Так, что за карты? Мы помним, да, что мне нужно то в Diamond сейчас. Чтобы начать очень хорошо дюпать предмет. Ну, точнее, дюпать предмет это я продолжу. А чтобы скупать дальше, мне нужно то в Diamonds. И когда мне попадется бланк-карта, я закончу с D20 и начну скупать все с бланк-картой. Ну, по сути, вот когда ты ломаешь вот так с помощью D20, это, не знаю, для меня это весьма эффектно выглядит. Когда у тебя комната просто заполняется и заполняется и заполняется различными предметами. По-моему, это очень круто. Даже где-то круто-то. Так, еще батареечка. Так, серый опять волнба. Золотое сердечко. Найс. Так, это что у нас? Two of Spades. Можно использовать. Нет, Blind Range мне тоже сейчас не нужен. Ага, это да ну нафиг, я не буду его взрывать. Одно того не стоит. Так, там Emergency Contract. Нет, да сам карта вот более при... О, дохлая кошка, здрасте. Вот и, собственно, у меня денежки упали с меня. Потому что я потерял сердце. Вы понимаете, когда вы теряете сердце, золотое сердце за счет урона, вы, получается, мало денег. А когда вы золотое сердце, например, теряете в сделке или теряете, когда берете дохлую кошку, то есть оно у вас просто как бы кончается, вы получаете очень много монет. И это крайне классно. Так, мы покупаем хвост Гаппи. Теперь я Гаппи. А вот кошка уже выглядит весьма круто. Как вам такой внешний вид? По-моему, офигенно смотрится. Просто муа! Котейка такая. Черепа-котейка, привет. Здорово. Ту-т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 у. Такс. Снова дюпаем. Дюп-дюп-дюп. Завтра... Опачки! А вот это круто! Спасибо Хаосу за это. Все. Золотой ключ есть. Больше мне не нужен мастер оф локпикинг. Его можно совершенно спокойно с чистым сердцем выкидывать. Да. Так, 5 монеток. Лард. Ну, давай. Точнее, это не лард, это не жир, это немножко другое, но суть одна и та же. Так, еще одна батарейка. Все, дюп идет полным ходом. Two of Diamonds. Ей! Вот и нужная карта. Есть. Так, мозолька мне не нужна, у меня уже полет есть. Это дело мы выкидываем. Дальше, так, сестричка Мэгги пускай будет. Десюнчик. Десюнчик, это приятно. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Так, пробел, валим. Так, пускай плотно руна... Есть! У два яйца! Ну вот, собственно, удвоение артефактового сундука дает два разных артефакта. Меня всегда это очень радовало. Так. Тринкетовый. О, опять артефактный сундук. Причем один из них хреновый, второй хороший. Two of Diamonds это тоже весьма и весьма неплохо. А здесь две Two of Diamonds сверху. Так, одну я оставлю... Стоп. Одну я оставлю на выход себе. Потому что выход банально ближе. Флат пенни. Пенни имени Флата. Так, сюда, пробел на выход. Пробел на выход, я Two of Diamonds не вынес. Ну, ладно. В принципе, невелика потеря, потому что одна Two of Diamonds у меня уже есть. Так, свой лот пенни уже не нужен. Было бы круто раньше, но уже нет. Так, здесь... Еще больше денег. Оу, я батарейку забыл взять. Ну, ладно. Еще Two of Diamonds и еще одна Two of Diamonds. А это что такое Two of Hearts? Хрень. Two of Diamonds, конечно, куда лучше. Так, выкидываем. Уже две Two of Diamonds у нас здесь лежит. Здорово. Так, батарейка, пробел. Батарейка сразу. Миссинг постер. Ну, я могу в ласта превратиться. Ну, чисто так по фанчику.
Но, скорее всего, нет, это глупо будет. Bob's Brain, на самом деле, лучше, я так подозреваю, Bob's Brain взять, чтобы он мне потом в пули не попался. Я надеюсь, что если его ты берешь один раз, то он реально в пули тебе больше не попадется. Я знаю, что может, но я буду надеяться. Ух ты, батареечка нужна. Очень... Так, не надо, не надо мне магнит. Не надо. Не надо, я ничего не хочу забирать. Фух. Магнит — это самое противное, что может здесь попасться. Потому что он заставит все ваши подбираемые вещи вас собрать. Так, пробел. Так, пысыч. Ага, без лесенки. Окей, что там? Че, тайзик с читами? Да не, ты что? Три кольца, умеренность подряд. А, кстати, Флат, мне настолько перло, что помимо того, что я собрал сразу, просто я вошел в этот великий портал, мне по окончании выпало четыре кольца. Умеренность, сосредоточенность, одно хреновое и одно, которое мне нужно было для Сатана Монаха, что когда ты стоишь на месте, ты наносишь на 100% больше урона. Я, конечно, не хотел этого говорить, но ты же 55-й портал закрыл, да, поэтому я тебе могу это сказать. Мне сразу выпало два нужных кольца. Ой, ну да ладно. Так, что у нас дальше будет здесь? Помада, ну пускай будет. Плюс-минус пофигу. О, White Worm, вот это уже интересно. Но, опять же, я не смогу его нормально заряжать. Обо что я обычно? Да господи, долбанные пауки-то, а? Я понять не могу, чё меня убивает там. Причем больно так, зараза. Так. Tough Collapse. Окей, пробел. Так, нет, Destruction руна. Я так надеялся на еще одну плотно руну, но... Пока не прёт. Tough Hearts. Хрень. Некрономикон. Надеюсь, больше не попадется. Завтрак! Конечно, куда же без завтрака-то? Question card. О, question card мне сейчас поможет, кстати говоря. Потому что я же забыл зарядить, да? Правильно? Правильно. Пать. Так, батареечка. Еще десюнчиков нападало прям. От души. Так, хп плюс лак ап. Лап ак. Это хорошо. Ау. Нет, дайте мне, пожалуйста, D20 обратно. Спасибо. Пробельчик. Продолжим скупать пока артефакты. Помним, мы ищем бланк карту. И несмотря на то, что есть хаос, нет хаоса, она мне как бы может выпасть в любом случае. Пульсор. Оо, Абадон. Абадон, что-то классно. Так, Tough Hearts еще разок. Здесь у нас что? Беркано, Tough Clubs. Не-не-не, это все хрень. Резистанс руна тоже такое себе. Так, батареечка. По факту сейчас я уже доломался до довольно приличной степени. То есть мне можно еще одну плотную руну, ну просто так по фану, да, удвоить как бы. Еще одна Tough Diamonds. Вот, а по сути надо бы деньги собирать, чтобы... Скупать артефакты, чтобы была возможность получить, естественно, бланк-карту. Так, третий это Tough Diamonds. Вот это, я понимаю, нормальная ломка. Шаг, мне тоже нужно это кольцо. Ну, бывает, везучий ты шаг, бывает. А я тут 57-й, так что жопа ты, Флат. Я когда-нибудь тебя догоню, потому что что-то, ну, я 46-й закрыл реально играючи, там, по-моему, за 5 минут или за 6 буквально, то есть, ну, прям, совсем легко было. И я даже не знаю, до какого я могу нормально дойти. Воу, из красного сундука мне выпал кенсер. Кадила — это вообще весьма топчик. Как мы все с вами знаем. Так, здесь Tough Clubs. Окей, пробел. Так, валим, 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 валим. Батареечка. Дальше продолжаем. Так, Blood Clot пускай будет. Лишним эта штука не будет точно. Bob's Rotten Head. Теперь мне нужно Петро. Мне Петро должен помочь.
Причем весьма-весьма сильно. У меня здесь уже достаточно много артефактов на пробел, которые я бы хотел сменить, да? И этим должен заняться Петро. Петро он такой. Так, здесь у нас rules card. Tool cards. Окей, пробел. Спасибо, Holy Mantle, за защиту. Кстати говоря, да, я опять забыл батареечку купить. И начать скупать остальные вещи. D12. БФФ-очка. Здрасте. Огромные спутники. Так. У меня с собой нет ничего. Так, я надеюсь, они не изменятся. Они изменятся, если я перезайду. Поэтому мне надо наизверно войти в руку. Я перезайду, они изменятся. Да, видите? Я потерял все, кроме того, в Diamonds, которая на мне. И мне, по-моему, нельзя себе ее никак... Вот говно, а. Я очень рано, походу, это сделал. Серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй. А, я из себя не выкину, если будет вот так. Вот, шик. А вот сейчас мне нужно искать, то есть мне нужны сейчас деньги, мне надо искать стартед дек. Чтобы исправить ту задницу, в которую я сейчас внезапно сам попал, потому что я не очень. Сам виноват. Так. В принципе, крэк дайс, да, мне может помочь. Давайте мы сделаем так. А, у меня же фетч есть, точнее. Давай, крэк дайс. О, крэк дайс сработал. Теперь Jesus Juice, да. Red Candle не надо, но я надеюсь, она мне больше не попадется. Маскунд Финфами в любом случае пригодится. Танчить лицом всегда приятно. Одна Тов Даймонс у нас по-прежнему осталась, и я ее буду боготворить до тех пор, пока она со мной. Так. Погнали дальше. И сейчас я заряжу и скуплю еще вещи. Мне реально теперь очень нужен стартед дек. Крикет сет весьма приятно. Битрейр нельзя брать. Потому что это задница, а не артефакт. О, All Stats Up. Весьма прилично, кстати. Это радует. Пока что мне все необходимые для роста, скажем так, себя и развития как персонажа артефакты выпадают из золотых сундуков. И это очень круто. Так, буква Белайл. Окей, сейчас пощупаю. Здорово, человек, здорово, человек. Здорово, зерпаник. Так, пробельчик. У меня внезапно оказались с собой ножницы, да? Очень вовремя. Так, книжка для самонаводки. Я тоже буду надеяться, что она мне больше не попадется. А, чего тут? Вешалка. Хорошо. Так, святая вода, пилюльки. Так, все в порядке, пока не выкинула. Пока я все еще слежу за тем, чтобы Тов Даймонс была всегда со мной в инвентаре. Это очень важно. Так, Боб's Curse. О, я в Боба превратился. Вот это большая редкость для меня. Но тем не менее, это забавно. Я не помню. Оу, и мне выпало два артефакта, которые мне не надо брать вообще. Мне сейчас ролить придется. Вот, блин. Хреново. Окей, пробел. Ух ты, ну-ка, открыли. Там, по-моему, что-то было. Закройся, открыли. Тут снова что-то было. Закройся. Открыли. Опять что-то. Закройся. Открыли. Ох, церемониал роб. Достойное завершение. Весьма и весьма. Так. Очень плохо выходить без старта дек, но я понимаю, что, блин, мне это надо делать. Походу. Ладно, давайте так. И вот так вот. Батарейки нету. Есть батарейка, я сменил. Отлично. Фух, бум, жить. Слава яйцам. Пока что мы продолжаем ломать игру. Ну как ломать? Я продолжаю выискивать способы добыть себе стартед дек. Плюс... Ууу, корона. Not bad. Вот инкуб для бедных показывает, какие бы у меня классные слезы могли бы быть. Суккуб показывает, какие у меня классные слезы, но в уменьшенном варианте.
Я показываю просто свои классные слезы, потому что я могу. И да, я использовал самолет, потому что 20 я стоял внизу. Вот так лучше. Так, батарейка. Демонический зародыш. Погнали дальше. Пока на батарейке, слава богу, прет. И пока на батарейке прет, все будет хорошо. Так, еще плюс урон. Так. Оу, Гордин Энджел, здорово. Очень люблю. Я еще и Серафимом стал. Ну, типа гей. Так, пробел. Батареечку. Так, что у нас тут опять? Завтрак. И по центру тоже завтрак. Так, здесь у нас ничего интересного, наверное, не будет. Буков БЛЛ зачем-то взял. Вернее, обратно. Так, пробел. Хорошо, есть небольшой дилей. Пока они появляются, можно под ними успеть проскочить. Петю ты заролил уже. У меня больше Петро не будет, понимаешь? Пока мне не выпадет старта дека, у меня не будет никаких карт или рун. У меня будут сплошные пилюли. Вот поэтому я говорю, что я лоханулся. То есть старта дека ее изначально перебивает. Но проблема в том, что тебе нужно сначала... Ну, то есть, неважно в каком порядке, ты выбрал старта дек и... Вот эту задницу, которая одни пилюли тебе дают, да? Бочку с пилюлями. Важно в том, чтобы у тебя просто стартед дек был, тогда у тебя будут карты и руны. А если нет, то у тебя будут сплошные пилюли. И, честно говоря, со сплошными пилюлями игру особо не поломаешь. А хочется. Тьфу, я что зарядил-то, господи, твою налево. Так, верни мне до 20. Зарядил самонаводку нафига. Так, вот, D20 заряжено. Теперь пробел. Ей, еще один. Ну, по-моему, сразу все оказался, да. Чуть-чуть не пошло. Можно снова попробовать использовать Crack Dice. Чтоб артефакты ненужные заролить. Только сначала мы так вот потрогаем буков Син. Эффект D20 сработал. Это хорошо. Эффект... Ой, Celtic Cross. Ну, такое себе. Второй трэч, это великолепно. Дальше... Что там? Завтрак. Нормально. Так, мне не нужно брать больше ничего, желательно. Оу, 1+1, ну, точнее, контракт from below. Но он работать, опять же, не будет здесь. Автомобильный аккумулятор! Шик. Так, продолжаем себе наносить урон. Не-не-не-не-не-не. О, господи. Слава богу, не прокнул D6. Я только заметил, что я D20 там оставил. Так, D20. Salty Cross пока на мне. Можно пооткрывать всего. Так, 84 монеты. Скоро надо будет, блин, выходить. Завтрак. Так, далее. Ну, давай прокой. Не прокнул. А, чё давай прокой, Крэк Дайс там остался. Чё-то взрываю себя, взрываю, зачем хрен его знает. Так, прокнул на нас за... Не, не прокнул, так и было. Так, Селти Кросс, летай. Фу, опять прокнул D20. Нет. Когда D6? Опять D20. Господи, D6, да прокнет уже. Ну я тебя прожу, ну бобрязки. Нет. Или нет, не прокнул. D6, ну ты где, бряд, друг борщ? Нет. Опять D20. Ура, D6 прокнул. Так, теперь что у нас тут? Завтрак. Не то, завтрак. Возможно, придется даже на следующий этаж идти. Без вот этого вот всего. Может быть, на следующем этаже мне просто повезет найти сразу бланк-карту. Но далеко не факт, как бы, да? 99 бомб, Митра. Нитра, блин. Лотус, который мне очень-очень нравится. Торнфото, тоже неплохая вещь. Но это все. Так, Пандорас Бокс. Пробел.
артефакт. Окей. Это все немного не то, чего мне сейчас хочется, на самом деле. Мне сейчас очень хочется вернуть себе возможность получать Two of Diamonds. И это очень-очень важная вещь. Еще мне надо, чтобы D6 прокнул. Эх, Прешек, здорово, ребят. Шаг, дай шард в магазине. Серьезно? Нет. Дай шарда нет в магазине. Я, видимо, то ли заролил, то ли еще чего-нибудь. Но по факту его там нет. Давай, давай, давай. Ну, D6. Даже D20. А! Эх, так, мне простительно. Все нормально. О, так, D6 сработал. Секундочку. Так, майнд я хочу. Мозг не нужен нам, но разум будет полезным. Так, пробел. Можно снова попробовать себе заработать немножко денег, чтобы снова купить что-нибудь в магазине. Заметьте, до сих пор, например, еще не выпал мамин ключ. Что тоже весьма неплохим подспорьем здесь является. Эх, ладно. Давайте последний раз зарядим и пойдем на следующий этаж. Будем надеяться, что на следующем этаже мне сразу выпадет что-нибудь реально нужное. О, душа. Так. А тело у меня было, я не помню. Или я его просто... Я, по-моему, заролил. Кстати, Влад, ты ничего не знаешь по поводу того, что в Afterbirth Plus добавят превращение типа в бога за душу, разум и тело? Мне кто-то в чате сказал, что это типа весьма возможно. Я просто не знаю, верить или нет. Про это ничего известно нету. Так, погнали на следующий этажик. Ладно. Опять да я забыл. Да это нормально. Стало 5 минут на 30, уже лом экзайдет. Ну шаг. Да, Самара, да-да-да. Два ангелочка весьма милых. До. Experimental treatment. Плюс все, спасибо наркомании. Так, поцелуй в змейке тоже классная вещь. Но я не уверен, что она на фетус нормально влияет. И здесь у нас нет триролов. Это может быть как хорошо, так и очень-очень плохо. Посмотрим. Так, с розари. Блин, это что-то неплохой на самом деле, но... Но одну хрень дает. Ладно, будем проходить, значит. Кстати говоря, по сути, у меня инкуб мой для бедных, который вот эта синяя голова с огромной косой, он фактически за меня все проблемы будет решать. Ну, то есть, мне не требуется считать вообще ничего. Та вот коса, которая от него вылетает с уроном 69, она реально решает большинство проблем. Все, для всего остального есть мастер-карт, я не знаю. Оу, три подземки. Так, две подземки. Одна подземка. Ноль подземок. Бомбер, ауч. В смысле, окей. Я немного не понял, что взорвался, но, скорее всего, я на свою же бомбу попал. Кстати, оцените скорострельность бомбежки, да? Скорострельность 7. Это у меня еще лотос на скорострельность не прокнул. Было бы еще круче. Так, ладно. Чё-то изя. Лепота. Так, что мы имеем здесь? Пробел. Чуть-чуть батареи, которые, естественно, мне не попадаются. И чуть-чуть денег, которые мне на этом этаже не нужны, потому что здесь нет реролов. Погнали дальше. Всем привет, здорово. Первый раз слышу нигде заметок, который по этому поводу не видел, да? Жаль. Я бы хотел превращение в бога. Такое прикольно. Типа безголовый бог, бог, а как находишь Godhead, становишься богом с головой. Ну, по крайней мере, я буду надеяться на эту идею. Так, что у меня здесь есть? Есть реролы, это окей. Давайте попробуем заролить себе чего-нибудь. Нет, батарейка мне не поможет. Мне нужен старт-дек или бланк-карта.
Вот, все. То есть старта дек или бланк карт. Есть! У-ху! Так. А теперь батарейки нужны, да. Понятно. Хрен мне не батарейки, но у нас остался последний этаж. На последнем этаже все еще может решиться весьма-весьма хорошо, если мне выпадут батарейки, и я не буду настолько лохом, что выкину у себя то в Diamonds. Потому что если я выкину, она превратится в пилюлю, весь мой лом игры пойдет по одному веселому месту. Мне даже не волнует то, что я сейчас урон получаю. Вообще пофигу. То есть, ну, объективно, пофигу. Так, автомобильный аккумулятор, кстати, да, есть. Поэтому сразу у меня дофига денег ну, вот стало. С одного использования. Envy. Неплохо еще. Чарма. Ну, очарование вампира работает. Мне мой собственный отхил идет сверху. Ох, дабл блот. Ой, один блот. О, ноль блотов. Лепота, всегда бы так. Я был бы счастлив, если с блотами всегда было так легко обращаться. Так, погнали дальше. В кофе вместо сахара манку положил красава лагероид. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Информации вообще сейчас очень мало. Может, и будет такое превращение. Я думаю, только в The Witness и зависал вместо разработки, как я понял. Нормально. Нормально так время провел. Не, ну а чё, The Witness классно. И да, у нас здесь не будет батареек, потому что у нас нет рерола и нет вообще ни хрена. К сожалению, не прокнуло. Тьфу, я еще не туда пробел потратил. Так. Чуть-чуть не прокнул. Мне бы защиту от взрыва какую-нибудь было просто идеально. Так, ну то бишь пук. Так. И вот так. Все. Дальше мы берем эти две монетки. Идем сюда. Здесь мы сейчас будем заряжать Two of Diamonds и идем под себе, соответственно, деньги. За счет зарядки вот именно волн. Так, теперь поставим. Деньги желательно больше не подбирать. Они мне пригодятся. Еще все, что здесь лежат. А вот защита взрыв просто, блин, эпик была бы. Мне она так сейчас нужна. Вы бы знали. Вирго. Оу, Праптосус! У-ху! Еще больше урода. Еще больше урона, это очень-очень хорошо. Так, про... Блин. И опять я как лох не туда пробел использовал. Обидно. Ну, то есть я меняю, убираю Two of Diamonds, чтобы ее случайно не выкинуть, вот, не изменить чего-нибудь. И, к сожалению, да, к сожалению, лох. Прежде чем опять игру ломаюсь. Даро, да нет, тут такое. На полшишечки, вот так вот скажем. Ладно, погнали сюда. Больше денег. Теперь боссы. Эх, какие бы у меня сейчас косы были во весь экран. Лепота. Так, дабл стейт. Ничего не меняется здесь. Так, батарейка есть. А, хорошо. ХП на ХП, классика. Я не помню, хэббит я в итоге брал или нет. Нет, хэббит я... Стоп. Так брал или нет? Ну-ка. По-моему, я хэббит все-таки не взял. Не, не взял. Задница. Так, и здесь я тоже никак не заряжу свою бланк-карту еще разок. И да, у меня куда-то делась моя Two of Diamonds в итоге. А, я ее все-таки заменил случайно на пилюлю. Да, вот не убрал один раз. Заменил на пилюлю и, собственно, все. Так, завтрак, чемпион белт. Окей. Ну, собственно, это итоговый мой пак на ультру. Lock up. Infested. 12 удачи. Посмотрим, как это все пойдет. Ну что ж.
Честно говоря, ультра последний проживет достаточно долго, наверное. Так, я уже стал немножко сомневаться на полшишечки. Фишка в том, что у меня есть пулеметные бомбы, но я сам от них получаю очень-очень кислый урон. В этом основная проблема. А еще у меня есть инкуб для бедных, который стреляет огромными косами. Да, которые, видимо, в основном ультру и дамажат. Хотя, учитывая, сколько огня сейчас вокруг, возможно, мои бомбы тоже приносят какой-то ущерб. Может быть, даже существенный. ГГ. Несмотря на то, что не обломали игру полностью, но это был весьма и весьма неплохой ран. Отличная разминка.